Здорово! Ну что же, начнем с тобой играть в Shadow of the Damned. Погоди, постой, я камеру приспущу слегка. Вот так вот. Так. Начинаем проходить с тобой Shadow of Damned. Симулятора, естественно, Соньки третий. Вот. И начнем заново. Есть какие-то у меня были сохранения? На Xbox, конечно, надо будет получше, но что ж поделать. Жрём то, что есть. Поебал бы эту кукаю. Да. Тень проклятия, да, или как-то? Или тень проклятых? Тени проклятых. Shadows. Ладно, начнем новую игру. Здесь русская версия, сабы нам не нужны. То есть даже здесь озвучка по-русски, поэтому нам не нужно с тобой. Так, ну это мы уже видели, хватит, хватит. Да-да-да-да-да. Да я понял, 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 давай дальше. Даже, по сути, нету выбора сложности. Поезд боли прибыл, адский выродок. Как и все смертные, вы уповаете на последний шанс. Убьешь меня... И меня заменит кто-то другой. И еще один. И еще. Ты не сможешь тыкать стволом в каждого демона. И там, где ты особенно не ждешь, всегда будет таиться величайшая угроза. Постепенно мы захватим все сокровища вашей жизни в качестве трофеев и оставим лишь пустоту и отчаяние. Мои последние тарифы. Только не забудь обернуть их, шлюха Клаус. Кстати, Оспор. Как поживает твоя дорогая Пола? Она все еще отвисает. Пошел нахуй! Отвисает. Пола отвисает. А, ну я помню, я не буду сейчас рассказывать про что здесь. Мы сейчас сами все увидим. Вот, но я осуждаю. Осуждаю ее. Так. Надо понять, как ходить тут. Обаны. Пола! Дерьмо. Shit. It's fucking shit. X. Пола!
да, зависает деваха. Нет. О, господи. Нет. Ола! Постой! Нет! Ебать, жесть какая-то. Всегда хорошо. Ебать, ну там, блядь, спину нет, нахуй. 6 глаз, 1 рот. Ты отпустишь моего ангела незнакомец. И, возможно, я аккуратно снесу твою башку. Или вообще ничего не сделаю. Все зависит от тебя. Помоги! Отпустите ее! Но разве ты не видишь, что этот персик сам стремится ко мне? Явно так. Сам нарвался, мудак. Охотник на демонов, твои пули бесполезны. Они не проникающие. Тебе надо проникновение. Тебе нужно больше силы! Что это, блять? Это был всего лишь аперитив, Хотспур. Вкус того, что есть в наличии. Тебе известно мое имя. И ты не знаешь Джон моего. Прошу, зови меня Флеминг. Оу, ты ведь не будешь драться всего лишь из одной блондиночки. Вот что я скажу. Ты получишь девчонку такой, как была, если искупишь все свои грехи передо мной за убийство легиона демонов. Признаешь, что столкнулся с величайшей силой и проиграл. Признаешь, что твой дар не идет вровень с моими навыками. Я признаю, что ты ебаный мудак.
Как тебе такое, Флеминг? Так тому да, и быть. Да, иди нахуй, Флеминг. Место для Пола теперь забронировано за моим столом, смертный. Теперь тебе ее уже не вернуть. Но заходи в наш замок в Запределье, и ты еще успеешь присоединиться к нашему пиру. Заманчивое предложение. Я обожаю вечеринки. Может, даже сыграем в пинг-понг? Да, или постреляем? Я бы сказал, ты убил меня, Хотспур. Но это не так. Ты не в силах. А теперь попрощайся с Полой. Ей еще умирать, не переумирать. А вернувшись к жизни, она умрет снова и снова. Мне нравится, когда мои любовницы гадают. Да, помоги ей! Потому что в это самое время я буду помогать себе. Постанова, конечно, хороша. Джонсон. Знаешь, Гарс, лишь по той причине, что нас ожидает долгая дорога, это не значит, что мы должны... Это проблема, Джонсон. Ну, я просто говорю. Демоны те еще сволочи. Тебе там точно не понравилось бы. Гарс, погарси. От демона слышу. Что с тобой? Где позвоночник посеял? Ладно, слушай. Если хочешь отправиться в Запределье, валяй. Но ты не знаешь, что там и как. Слушай, посмотри, что со мной сделали. Всего несколько нарушений, и теперь я навечно осужден быть шутихой тяжелого металла и позировать для пиратских стягов. Для смертного будет еще есть хуже. Есть причины поважнее всего этого. У них в лапах Пола. Поэтому либо какая ты игра со мной, такой я? Либо блядь, она обдолбанная, я тоже обдолбанная. Нет! А, сейчас будет выбор сложности. Ах, это такое вступление. Залазь. В общем, кстати, неплохое. Игру делают те же ребята, которые делали Killer is Dead. Запределье лежит сразу за звуковым барьером. Откуда ты знаешь? Это ведь сверхсекретная демонская информация. И Lollipop Chainsaw, вроде бы, если не ошибаюсь. Не для тех, у кого есть интернет. Эти игры, они настолько безумные и настолько непонятные. Это просто шикарно. Вот Killer is Dead мне очень нравится. Хотя там полный бред. Ну и стиль-то на своё порадок. Так и здесь. Мне игра очень понравилась, как и Lollipop. Во, и началось, да? Так. Новая игра. Чё, и до этого хотел очень быстро. Так, если выберу эту ещё игру, да? Начали. А, нету, да, сложности? Хотя есть какой-то сложность. Давай сюда. А, вот сложность. Охотник один. Давай средний. И погнали, полетели. Улетели нахера. Нахера мы улетели. Глава 1.1. Обычная жизнь. Житуха-то обычная. Продолжаем. Это твой старый район, верно, Джонсон? Тогда будешь моим гидом. Я? Но я забросил все демонские штучки много лет назад, и мои воспоминания просто помойка. О, я уверен, что ты все быстро вспомнишь. Не парься, амиго. Это будет еще то приключение. Наше дорожное приключение. И лучшее в нем то, что ты никогда не знаешь, что ждет за поворотом.
Да ладно, чё бы нет. Его нет на этой стороне ворот. Значит, он на той стороне ладно, ворот. Давай начнем дорожное приключение, отыскав пару трупов. А нет уже никого. То, что надо, Гарс. Не давай, чтобы покой и тишина двигали тобой. Когда демоны слышат имя Гарсия, мать его, Хотспур, они разбегаются нахер. Потому что у них какая-то ассоциация непонятная. Как кусок говна. О, смотри, встреча обострется с этим. Джонсон, что за хрень такая? Мать твою, не могу поверить. Уилли, это же одноглазый Уильям. Твой дружбан? Ты что, шутишь? Уильям — это приемный сын с Украины первого мужа моей тетки. Тогда вы практически братья. Смотри, какашка светящаяся. Здорово.